Летом 2011 года студенты Московской духовной академии приняли участие в семинаре «Венеция между Западом и Востоком». Этот набирающий известность семинар проводится Венецианским патриархатом католической церкви в четвертый раз. Главная его особенность – в подчеркнутой неформальности общения. Православным студентам Сербии, Болгарии, Грузии, России была предоставлена возможность познакомиться со своими католическими сверстниками и их образом жизни не через тексты, а через живой диалог. Дон Марко Скарпа, главный организатор семинара, ставит перед собой цель помочь православным и католикам увидеть друг друга. Мне очень важны отношения с людьми. Мой личный, как сказать, образ жизни. Так что общаться с вами, ну, все-таки важно для меня лично. А потом я думаю, что для нашей церкви тоже важно, чтобы были такие отношения, ну, как сказать, чтобы расширить взгляд в мир, да. Мне кажется, очень важно познакомиться, поделить жизнь, как мы сделали в эту неделю. И смотреть на другого как богатство, а не как конкурент. Встреча этого года была посвящена отражению Библии в различных национальных литературах. Профессора Венецианского университета Ка' Фоскари, одного из крупнейших итальянских центров изучения иностранных языков, прочитали перед участниками семинара лекции о влиянии библейских сюжетов на светскую литературу различных стран. Специально для пользователей портала богослов.ру мы подготовили записи наиболее интересных докладов. Тема следующего летнего венецианского семинара пока не определена. Но сам семинар, по словам его организаторов, вновь будет пытаться налаживать человеческие связи между православным Востоком и католическим Западом.